Евгений Петрович, ну вот, вот она уже финальная встреча состоялась, депутаты свое решение приняли, теперь остается только вот рекомендовать администрации, и дальше, в принципе, уже их работа. Вот сегодняшняя встреча и вообще, в принципе, диалог, довольны ли вы, как прошла эта работа? Мы пришли к единому знаменателю, это уже хорошо. Было 1000 различных мнений, удалось как-то сформировать план работы на 3 года, и тем более план работы на этот год. Мы вошли в смету в 200 миллионов, хотелось бы сделать гораздо больше, и это мы понимаем, все-таки объем работы нужно выполнять. Но есть 200 миллионов, значит, в рамках этих 200 миллионов надо работать. Те пожелания, которые были у нас сформированы, итоговый перечень их на последнем совещании рабочей группы, он весь вошел сюда, в этот список, и плюс за счет того, что там где-то бордюрный камень убрался, где-то еще что-то, оптимизации смет, добавились еще несколько тротуаров, там, межпортальных проездов. Это хорошо. Я думаю, что в процессе торгов или в процессе выполнения работ, возможно, еще какие-то будут поправки в сторону уменьшения работ. Тогда, как бы, список возможно еще расширить. Все, спасибо.